Мы в Клепанбыке. Если раньше, во время наших путешествий, мы говорили и вспоминали в основном 800-летнюю историю, не позже, или до 2500 лет, если речь шла о скифах и древних греков, то сегодня мы находимся вместе, связанной с историческими событиями более 300-летней давности. Это уникальное место на территории Европы, так называемое Клепанбыкское обнажение с выходами на поверхность очень древних пород. Эти породы образовались в прибрежных участках старинного Пермского моря. Вот сегодня мы находимся как раз в этом месте, в этих обнажениях.